Ты в отпуск к нам? Надолго к нам? Не знаю. Может, не совсем. Откроем кружок для местной ребятни. Я же их не видела мертвыми. Все по анализам. Знакомься с Верой Ванной. Мы с ней 10 лет за одной партой просидели. Вера! Посмотришь? Рисунки Тёмина. Он столько времени на это тратит. Есть смысл, нет? Какой еще смысл? Нравится его рисовать, пусть рисует. Вот смотришь сцену. Персонаж вроде бы ходит, говорит, ручками машет. А жизни в нем нет. Так, шевеляш на экране. А бывает иначе. Один точный жест, и вот перед тобой уже не рисунок, не кукла. Ваш сын, он чувствует это в людях. Он видит живой перед ним человека.